Вот я русская, меня чуть не убили здесь. Ну, и моего мужа, моих внуков. Спрашивается, за что? Гитлеровцы там бомбили, уничтожали, разрушали. А теперь получается, что у нас то же самое, что разрушается все и убивают людей постоянно. И малых, и старых, любых. И любой национальности. Дочка умерла недавно. И тоже из-за этой войны, потому что переживала очень. Я говорю, ладно, мы уже столько прожили, все равно такой смерти страшно умирать вот это от войны. Нехорошо. Чувствуешь себя просто каким-то этим загнанным человеком.